Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». В детстве у меня дома лежала книга о вкусной здоровой пище, как, наверное, во всех домах Советского Союза. И я очень любил ее листать. Там были очень красочные картинки, и авторы со страниц книги убеждали меня, читателя, попробовать то, сё, пятое, десятое. Но мы жили не в Москве, а в маленьком поселке Татарии. Позже маленький поселок стал городком. Татария, или Татарская автономная советская социалистическая республика, стала республикой Татарстан, но мало что изменилось. И почти ничего из показанного в книге купить было попросту негде. То есть я не хочу сказать, что мы голодали. Нет, конечно. У нас был свой огород, подвал был заставлен домашними соленьями, вареньями. Предприятия выделяли землю под посадки картошки. Короче, да никаких проблем с едой. Но в магазинах, например, из колбас можно было купить достаточно часто докторскую колбасу и практически всегда ливерную. Я ее очень любил. А в книге была показана, к примеру, языковая. Короче, я покопался в литературе и сегодня собираюсь приготовить колбасу языковую по ГОСТу 86 года. Ну, вернее, там будут некоторые отклонения от этого ГОСТа, но незначительные. И, кстати, ГОСТ 86 года отличается, но очень незначительно от ГОСТов и от альбома «Пищепрома» под редакцией Конникова, который был выпущен еще в 1938 году. Готовиться к сегодняшнему ролику я начал еще 2 недели назад, купил говяжий язык. Приготовил рассол, отправил его просаливаться в холодильник. Затем 3 дня назад купил свинину, шейку, кусочек грудинки и небольшой кусок говядины, нежирный. Нарезал все мясо кусочками размером с 1/2 куриного яйца и засолил. Просолил все в холодильнике. Затем вчера вынул язык из рассола. Вымочил его в прохладной воде 3 часа. Затем отварил при температуре 87-90 градусов в течение еще 2,5 часов. Затем охладил в ледяной воде и оставил в холодильнике до сегодняшнего утра. И сегодня собираюсь завершить процесс приготовления колбасы. С языка надо было снять шкурку, я это сделал за кадром. И сейчас нарезать мелким кубиком со стороной не более 6 мм. Ну, может быть, чуть-чуть крупнее. С линейкой, конечно, примеряться не стоит. А остальное мясо надо превратить в эмульсию. Сначала пропущу все через мясорубку с самой мелкой решеткой из имеющихся. Это у меня то ли 2,5, то ли 3 мм, не помню. Важный момент. Температура мяса от начала момента засолки, то есть еще 2 недели назад, до окончания набивки колбас не должна превышать 12 градусов. Если в процессе приготовления вы видите, что температура сырья ползла вверх, приостановитесь. Отправьте все сырье в холодильник, подморозьте, иначе очень высока вероятность получения бульонного отека. Теперь надо частями превратить все в эмульсию. Частями, потому что мой измельчитель больше, чем с 0,5 кг мяса за один раз не справляется. Сюда же добавляю колотый лед и фосфаты. Фосфаты пищевые точно такие же, какие добавлены в любой плавленый сыр. Ну, правда, в плавленном сыре их 8 раз больше, чем здесь. Смотрите, какая эмульсия. Отлично! И таким макаром превращаю весь фарш в эмульсию. Отлично! Все готово, остается добавить пряности, перечень ингредиентов, пропорции, основные этапы готовки. Прочитайте в титрах в конце ролика, кстати, в описании под роликом я их тоже пишу. Также сюда отправляется язык и очищенные фисташки. Все тщательно перемешается. До равномерного перемешивания в эмульсии всего, что я туда добавил. Отлично. Набивать колбасу я буду при помощи китайского колбасного шприца. Обзор на канале был, смотрите ссылку в описании. Эмульсия все еще холодная, это важно. Можно набивать. Я использую полиамидную колбасную оболочку из белорусского магазина «Солимбай». Фосфат, кстати, тоже от них, за что ребятам отдельное спасибо.
Набивать надо очень плотно. Важно, чтобы кончик цевки был постоянно погружен в фарш в батоне. Это позволяет минимизировать количество воздушных пузырей. Отлично. Теперь очень плотно затягиваю батон. Вот так вот, перекручивая. Плотность набивки тоже очень важна. И теперь можно обвязывать. Смотрите, как прыгает. Супер! И таким макаром всю эмульсию переправляю в колбасную оболочку. Теперь тепловая обработка. Я уже говорил, у меня полиамидная оболочка. Вот если вы будете использовать натуральную, то перед тепловой обработкой колбасу нужно оставить на осадку на 2 часа при температуре 0 плюс 4 градуса. Я провожу тепловую обработку при помощи сувид-стика при температуре 80 градусов до достижения в центре батона температуры 70 градусов. Обзор сувид-стика на канале есть, ссылка в описании. Точно такие же, ну или подобные сувид-стики можно купить на Алиэкспрессе. Поищу, тоже ссылочку оставлю. Да на самом деле все они практически одинаковые. Тепловую обработку можно проводить в обычной духовке. Включаем режим конвекции, на самую нижнюю полку противень с кипятком. Температура в духовке 80-85. Держим также до достижения в центре батона 70 градусов. Примерно через полчаса загоню в батон термощуп для контроля. Термощуп тоже китайский, тоже с Алиэкспресса, ссылочку тоже оставлю. А конкретно этот удобен мне тем, они все одинаковые, но вот этот конкретно удобен мне тем, что он не только на телефон сообщает информацию о температуре, но имеет 4 щупа, и можно сразу в 4 зонах мерить температуру. Допустим, в верхней и нижней части духовки и 2 в разные батоны. Или здесь даже контролировать температуру, не суть важно. По достижении 70 градусов я колбасу вытаскиваю из этой емкости и сразу очень быстро охлаждаю до температуры, по крайней мере, 8 градусов. В воде со льдом. Скорость охлаждения очень важна. Смотрите, температура готовности, я уже сказал, 70 градусов. Хранится готовая колбаса в холодильнике. В диапазоне между примерно 14-30 градусами активно развиваются гнилостные бактерии. Чем быстрее мы при охлаждении этот диапазон проскочим, тем больше у нас получится срок хранения. И еще момент. Меня регулярно спрашивают, сколько хранится тот или иной продукт, та или иная колбаса. Слушайте, срок хранения не определяется ГОСТом или рецептом. Нет. В ГОСТе написано, что вареная колбаса должна храниться 72 часа. ГОСТ вам не обещает, что 72 часа она прохранится. Если вы готовите по этому ГОСТу, то это ваша обязанность, как изготовителя колбасы, обеспечить 72 часа. Это значит, чистые инструменты, чистая посуда, сырье соответствующее, температура соответствующая. То есть это ваша зона ответственности. Чем более чисто у вас все будет, чем более бактериальная частота у вас будет, тем больше получится срок хранения. И 72 часа – это минимальный срок, который вы, как изготовитель, обязаны обеспечить для колбасы по этому ГОСТу. Не получается у вас такая колбаса, значит, у вас, несмотря на то, что все остальное вы по рецепту делали, она этому ГОСТу не соответствует. Вот так. Колбаса готова, она отлежала в холодильнике, она остыла, вот холодная сейчас, и это правильное состояние. Не знаю, с чем это связано, но если резать и пробовать колбасу, пока она еще теплая, 34-36 градусов, даже 28, она, вот свежеприготовленная, на вкус всегда, для меня, по крайней мере, ощущается как пересоленная. Но если она остыла до вот, нормальной температуры, с какой обычно режут колбасу, то есть это там плюс 8, плюс 10, может быть, плюс 12, то вот это ощущение пересоленности исчезает. Ну, давайте смотреть, что там внутри. Так. Смотрите, симпатичный срез? Я считаю, что да. Хотя, конечно, в ГОСТе фисташки добавляются в гораздо меньшем количестве, и они молотые добавляются в эту колбасу. Но мне захотелось вот именно так. Что касается вкуса, да, вкусная вареная колбаса, как докторская, язык, как мне кажется, ощущается, он классный такой, ну и красивый тоже этот кусочек языка, и орешки тоже к месту, прям очень неплохо. Это фисташки были обычные, не соленые, очищенные уже купил, чтобы не мучиться с очисткой самостоятельно. Что касается пузырьков, чтобы не было пузырьков вот этих вот воздушных мелких, нужно набивать все это дело вакуумными шприцами. На производстве у меня таких нет. Насколько мне удалось избавиться от пузырьков, вы сами можете увидеть.
Мне кажется, это очень даже неплохо для домашней колбасы. По вкусу так точно. Короче, смело можно такую штуку готовить. Готовьте и наслаждайтесь личным вкусом. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!